Четыре раза в крае уже били рекорды по потреблению электричества, но зной не собирается спадать, поэтому возрастает вероятность аварий. У нас за последние сутки, к примеру, было 15 аварийных отключений. Средний срок восстановления составил порядка 3 часов. Были отдельные элементы сети, где энергетикам пришлось потратить большее количество времени. Это было связано с технологией производства работ. Сейчас система работает в штатном режиме, но энергетики просят жителей края не злоупотреблять и не включать несколько электроприборов одновременно, особенно с 8 до 11 вечера. В это время нагрузка на сеть возрастает в разы, а значит и вероятность аварий увеличивается.